Вот мы сегодня опять та же работа. Володя и Сергей валят дерево. Вот оно пошло. Ох, какое огромное дерево. Специально свалили, потому что тут выходные, чтобы никто не проехал. Все, это мертво. Никто не проедет. Вот Володя добивается. А приедет тогда техника, мы тогда же... А здесь вот мы натянули между двух сторон. Тут будет поднято, где тоннель под нами здесь. И связали проволокой. Подожди-ка, Никита, я зайду, покажу, как это сделали. Это вот борта машины, их установили. И вот видна проволока внизу. Эта проволока, вот она проходит под низом, там по земле. И идет на ту, и там схватка. Вот так. Пожалуйста, проволока. Вот еще это, где она разрозненная, как бы вверху она сваренная, ну, в одну, а внизу не сварена. Вот проволока ее обхватили, и она прошла вот через это, где тоннель внизу, идут кольца на ту сторону. Вот, показать ее. Ну, вот где мы находимся. Как раз в улице деревни, вот это рядом лужа, вот эта непроходимая грязь, это все. Вчера уже приезжал кто-то, нанимаемый мастер Андрей Головач. Вот, техника должна прибыть, как бы. Вот эти вот провода идут. Это второй бор. Это вот. Вот так, чтобы туда тоннель идет. Видите? Ну и вот эти провода внизу. Вот они еще где-то идут, и сейчас заваливают это. Никита кидает, чтобы случайно какая техника пойдет, не порвала эти провода, не завалила стенки. Потому что, ну, она сантиметров 70 выступает. Ну и на сантиметров 40 будет глина. 10-15 песок и щебень. Щебень дальше. Вот так будет исправлено положение. Этот был вчера и сказал, тут кювет он сделает. А кювет и пойдет. Так. Так, все, Никита, хватит. Потому что надо вот этот, который лежит, вот это вот, оно расщепленное бревно, перенести на ту сторону его. Сережа, попробуйте тронуть его. Володя! Ну, наверное, надо... Ты что хочешь сделать сейчас? Ну, сучки обрубить, ну, обруби. Оно будет готово тогда. Все, вот это мы сюда ложим уже. Да, вон туда, между боками. Вот сюда вот. Чтобы уперлась одной стороной. Помоги вот эту принести половинку дерева. Чтобы она вот так уперлась сюда и в то дерево. Когда глина-то будет, чтобы глина не пошла. Сучки-то что? А? Отрубать сучки не надо? Да, можно и обрубать. Только помоги сейчас принести вот эти две половинки. Никита, беритесь. Вот несите сюда. Инструмент у моря, чего только нет у нас. Вот это проволоки. Кто никогда не видел, вот эта вязальная проволока. Вот внизу лежат саперные ножницы. Вот любую проволоку, шестерку, восьмерку, она свободно перекусывается этими ножницами. Так, вперед. Давайте. Вон туда направо, к дереву, чтобы прислонить. Проходи вперед, к дереву, к дереву. И боком поставьте его. Вот здесь стоп. Поставь, чтобы уперлась вот сюда, вот она. Сюда? Да. Вот в это дерево. Давай. Упрется, нет? Чуть-чуть на нас, Никита, толкни. Ну-ка. На нас толкни. Попробуй там. Подожди, надо вот сюда же, вот так. Толкни. Не хватает? На нас толкни. Значит, придется кол забить. Или вот сюда в кол уприте, вот в этот кол уприте. А, в кол? Она нет, еще она длиннее будет, не получится. Она короткая. Она короткая. А та короткая, нет? Почему ж короткая-то? Она вот и вот, она как раз сядет, упрется. Надо, чтобы уперлась она. Упрется. Ну, давай. Если в кол, она упрется. Чтобы уперлась в это? Ну, вон тот пенек, она нормально. Все, надо убрать. Вот она, крути. Ну-ка. Ну, давай, сядь. Попробуйте. Потяните. Сергей говорит, что упрется.
маленько там убрать лишнее гнилье. Бери это. Никита, не догадайся взять такую палку. Все, встал. Интересно, вот какое мышление. Никакого. Ну, под ногой больше лежит жертв, другой нет. Он над ней встал и дальше стоит. Дальше еще одно указание дали. Опять два шага, опять под тормоз. Ну, попробуйте дальше. Чтобы она уперлась. Нет, не в эту, а в эту уперлась. Вот в эту вот, в самую. В стенку уперлась. Ну-ка. Хотя бы чуть-чуть задела. Все. Давай. Посмотри. Мешает вон там под ней гнилушка. Убрать ее. Две гнилушки, Володя, уберите из-под нее. Городской человек, это по сравнению с деревенским, он не то что мало развит, а никакой. Он совершенно ни к чему не приспособлен. Ни колодец, ни туалет. Он сам ничего не делает, а все магазин. Здесь все выращивается, все огород, скотина, масло, мясо, яйца, птица, дом, крыша. Все сам делает, все. Хлеб печет сам, все. Купил, ну а городской топор делал. Да кто топор делает? Их в прошлом веке делали. Вот теперь надо опустить. Так, ну теперь установить надо. Так, сюда сильно не наталкивай, там может быть кювет. Надо вот сюда вот, да. Вот так она и будет стоять. Ну там закрепите и все. Слышишь, Володя, может быть там только кол забить. Ну так все. Да, кол забить. Все нормально. Теперь она не сдвинется. Закрепите его. Небольшой колышек хотя бы прибей. Два колышка вбейте. Здесь, с этой стороны стой. И когда будет здесь глина, он вот так трасса вести, чтобы глина сразу не ушла туда. А пойдет-то? Абсолютно хорошо. Теперь вон той надо вытащить. Вытащите второй. Володя, все, все, тут колышки поставите, все, вопрос решился. Теперь вот что. Вот эту вот надо развернуть сюда. Разверните ее только, больше ничего не надо. Сережа, время нету, давай быстрее, уходим уже. Там топор или еще сечка, убери, а то сапог разрежешь. Так. Это дерево расщепилось. Мешается. Непрерывно весь день и везде надо соображать. Сотни вариантов при одном дереве. Вот теперь они его берут. Вот. Потащили. Волоком пока. Помогай. Толкайте, вперед толкайте. Кверху поднимите его и толкните, она пойдет. Вот так. Вот так. Еще дальше. Теперь только поворачивайте. Не, не, она между деревьями останется. Вот этот конец, поверните. Возьмите руками его, поверните. Для троих это не тяжело будет. Все, поднимайте. А там Сергей подержит. Поднимайте его, к этой прислоните вот сюда вот. Точно так же, как там, дерево прислонить надо. Надо его сначала перевернуть вот так вот, а то наклинится. Ты да хотел бы этот конец сюда? Освободить. Нет, нет. Он освободится. Освободишь? Давай. Вот так. Теперь все, 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 подталкивай. Поверните его назад. Туда, утащить туда дальше. От тебя. От тебя. Толкай. Сережа, посмотри там. Куда? Отходи. Там приподнять надо будет его. Так, подожди-ка, Володя, еще маленько. Так, теперь надо его опустить к низу. Там поднять, поднять и закрепить его, поднять. Под него выкопайте здесь. Под ним. Вот лопаты. Ломик-то зачем тебе? Ломик-то зачем он нужен? Ломиком не будешь копать, лопатой надо копать. И там не надо сейчас их поднимать, Сережа, надо опустить его, землю выкопать, из-под него взять. Землю из-под него. И кидайте на дорогу. Никита, бери вон две лопаты. Маленько отшатните его, и все, и она повалится вниз.
Видишь, Володя уже сразу принялся. Нет, надо поставить, поднять. Надо, ты ж, штыковая лопата. Еще здесь ближе взять. Володя, ближе вот здесь вот. Вот так. Давай, давай, давай. Теперь еще там надо приподнять или как, чтобы она села. Она не идет. Вы его разверните, она, видишь, боком стала. Бок, поверните ее, чтобы она более прямо стала. Она должна вплотную подойти. Сережа, поверните его. Вот так. Поверните, а теперь подставляйте под это. Ну тогда поверните совсем, чтобы подслонять. Это, слышишь? Это, Володя, его надо вот так перевернуть. Вот этой белой стороной туда повернуть. Разверните его. Оно повернется, там места хватит. Вот, поворачивайте его. Вот так, все. Теперь гоните его туда. Теперь оно ляжет. Еще? Там дерево упирается, да? Не могу. Там землю тут убрать не могу. Так, что там оно? В дерево уперлось? Да хуже же будет. Хуже? Выгиб-то сюда идет. Хуже, значит, получилось хуже. Хуже, конечно. Я считал, что лучше будет. Лучше было, как ты прав. Ну, поверните тогда еще раз. Виноват. Она горбатая оказалась. Так-то бы лучше плотной стороной. Оказалось, нет, она не дает. Она горбатая. Сережа, еще раз поверните его туда. Вот так. Ну, теперь гоните его туда. Выкопайте нормально, она не садится. Хоть козырек бы повернул, ну прям закрытый, как человек в футляре у Чехова. Ну попробуйте сейчас. Вот здесь вот, ага. Побольше убрать. Вот самое это место. Штыковую-то лопату он тебе так и не дал. Вот здесь подкопать маленько. Все, хорош. А то низко будет. Подтягивайте теперь его. Если оно будет маленько выступать, беды никакой. Так. Его надо дальше еще сюда протянуть. Вот он уходит, он там стоит. Нельзя его повернуть там? Там у него можно, да. Сейчас он типа... Можно повернуть. Не-не, с той стороны, Сергей. С той стороны, тебе на верх. Вот. Теперь вперед его дерните. Еще, еще. Маленько-маленько. Ну, еще чуть-чуть дернется, сантиметров 10. Хорош. Все, закрепляйте. Там закрепить надо, чтобы она не валилась. Она не будет валиться. Ну ладно, Сережа, все, на этом оставьте. Она валиться не будет? Все. Не будет. Нет. Здесь заткнется. Когда он пойдет дальше делать, через следующий еще вот этот сучок срубить, и на нее сейчас надо еще положить. Вы что снимаете? А? Надо смотреть, что снимать-то. Ну я смотрю. У вас там бревно. Вот этот сучок срубить, и надо вторую положить. Еще деревяшку одну. Вон ту какую-нибудь там найти. И с той стороны точно так же. Вот сюда вот. Чтобы с этого конца вот сюда упереть. Вот. Вот это. Вот. И там в дерево. Может вам при... А ладно, там какое-то еще дерево туда положить. Все, пока.